раз юбилей, значит, надо оглянуться в прошлое. Сосредоточить силы на нерешенной задаче. И подумать о перспективах. Но в целом я, в общем, встречаю этот юбилей с удовлетворением. Жизнь не напрасна. Если говорить о смысле моей жизни, то я не боюсь этих высоких фраз и могу сказать твердо абсолютно, что я посвятил всю свою жизнь служению народа, сбережению его, умножению его и улучшению жизни людей. Вот это моя библиотека. Это мой правнук любит вместе. Вместе с педали. Вот это мое достояние. Квартира у меня хорошая. Больше ничего нет. Но это вполне достаточно для разумного образа жизни. Не могу выдерживать эти шоу. А все сообщения сводятся к происшествиям, катастрофам, грабежам, убийствам, воровству, грабежу. Как будто вообще нет других людей, других событий. Человека труда вообще исключили из телевидения.